С одного праздника переносимся на другой. Свой день рождения отмечает прекрасный артист, певец и красавец-мужчина Валерий Меладзе. Спешат поздравить виновника торжества его друзья и коллеги по цеху. Валера, брат, сколько пройдено дорог? Сколько всего с тобой выпито, съедено и спето? Ты шикарный. Моя жена говорит, что в шоу-бизнесе есть один мужчина. И это не я, это ты. Лучший. С днем рождения. Валерочка, дорогой, с днем рождения тебя поздравляю. Желаю тебе счастья, желаю тебе здоровья, желаю благополучия. Желаю, чтобы ты, как всегда, купался в любви своих зрителей. Я желаю, чтобы ты свои следующие 50 прожил бы так, как ты хочешь, так, как тебе подсказывает твоя душа, твое сердце. У тебя много детей, мы с тобой многодетные отцы. Я хочу сказать, что дай Бог, чтобы в нашей жизни не было никаких трещин, никогда. И мы также продолжали дружить и существовать на этой планете, желая друг друга видеть и друг друга радовать. Дорогой Валерочка, я тебя поздравляю от всей души. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я тебя очень уважаю, как профессионала, как человека. Ты вообще у нас такой один, единственный, неповторимый. Я тебе желаю здоровья крепкое. Я тебе желаю силы, энергии. Пусть тебя хватает на всех твоих зрителей, многочисленных поклонников. И самое главное, чтобы тебя хватало на семью, на друзей, на близких для себя самого. Пожалуйста, находи время. Будь здоров и счастлив. Люблю. И я присоединяюсь к поздравлениям. Валерий, счастья, здоровья, творческих взлетов и, главное, удачи. С днем рождения!